Смотрите, друзья, снова дошли мы с вами до конца ряда, набираем 3 бисеринки и опять проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой начинался ряд, и 2 последующих после нее. Раз, 2. Вот так вот. Подтягиваем. И у нас завершился следующий ряд. Видите? А несмотря на то, что мы хорошенечко подтягивали, у нас он получился такой волнистый. Это нормально, этого не стоит бояться. Это то, о чем я вам говорила чуть раньше. Набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой, как обычно, через вторую бисеринку. То есть через одну в этом же наборе по 5. Прошли. Дальше, друзья, набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через среднюю бисеринку набора по 3, которая у нас чуть ниже. Дальше мы с вами снова набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через вот эту вот среднюю бисеринку следующего набора по 3. После чего набираем 1 бисеринку черную и проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 вот это вот следующего лепесточка. Снова набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через среднюю бисеринку с набора по 3 вот этого следующего лепесточка. Подтягиваем. Дальше. Набираем опять 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Снова набираем 5 бисеринок и проходим иголочкой через 1 бисеринку. Набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через среднюю бисеринку с набора по 3, которая у нас ниже. Дальше, друзья, снова набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой через вот эту вот среднюю бисеринку последнего набора по 3. После чего набираем 1 бисеринку черную и проходим иголочкой в среднюю бисеринку следующего набора по 3 на следующем лепесточке. Так мы с вами продолжаем до конца ряда, после чего снова будем вместе продолжать. Снова мы с вами дошли до конца ряда, опять же набрали 3 бисеринки и проходим иголочкой через бисеринку, с которой начинался этот ряд, а также 2 бисеринки, которые после той, с которой ряд начался. Вот так вот. И подтягиваем. Вот такой вот красивый цветочек у нас с вами должен получиться. Да, он немножко волнистый, но это ничего страшного. Помните, что нам нужно хорошо затягивать ниточку. Так, чтобы он, кроме того, ну вот видите, вот как у меня, да, он волнистый. Но, кроме того, он сам собой держит форму. Чтобы не получилось так, что он будет такой, знаете, вот такой, вот такой, такой никакой, да. Потому что если он будет такой никакой, то... наш цветочек будет некрасиво смотреться на украшении. Итак, друзья, продолжаем. Набираем 5 бисеринок голубого цвета и проходим иголочкой через 1 бисеринку. Вот так. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки голубых. Проходим иголочкой через среднюю вот эту вот бисеринку с набора по 3, которая у нас ниже. Опять набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И снова проходим в среднюю с того набора по 5, который опять же находится ниже. Дальше набираем 1 голубую, 1 черную и 1 голубую бисеринку. И проходим иголочкой в среднюю с набора по 3 следующего лепесточка. Вот так подтягиваем. Дальше, друзья, набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3, ту, которая чуть выше. Вот так. Опять набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. Проходим иголочкой в вторую с набора по 5. Вот этого. Дальше, друзья, набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой в через 1 бисеринку. Вот так вот будет правильнее сказать.
Дальше набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой в среднюю, ту, которая ниже. Среднюю с набора по 3. Уточняю сразу. Дальше снова набираем 3 бисеринки. Опять проходим иголочкой в среднюю с набора по 3, которая ниже. После чего набираем 1 бисеринку голубую, 1 бисеринку черную и 1 бисеринку голубую. И проходим иголочкой в среднюю с набора по 3 следующего лепесточка. Подтягиваем. Так, друзья, мы с вами продолжаем до конца этого ряда. И видите, когда мы это проделаем, у нас начинает выравниваться вот этой вот. Вот эти вот лепесточки. Продолжайте до конца ряда самостоятельно, и следующий ряд мы снова начинаем вместе. Итак, друзья, опять дошли мы с вами до конца ряда, набираем последний раз 3 бисеринки, проходим иголочкой в бисеринку, которая у нас была в основании ряда, вот так вот вытягиваем, а также проходим иголочкой через 2 последующие после нее. Мне с каждым рядом все неудобнее и неудобнее просовывать ниточку, так как я крепко затягиваю, но все равно должна вам это показать. Подтягиваем. Дальше, друзья, переходим к следующему ряду. Вы же помните, что мы должны крепко-крепко все затягивать. Набираем 5 бисеринок, 1, 2, 3, 4, 5, и проходим иголочкой через 1 бисеринку, вот так вот. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Проходим иголочкой в среднюю бисеринку с набора по 3 предыдущего. Дальше снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Опять проходим иголочкой в среднюю со следующего набора по 3. Вот так. Дальше снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой через бисеринку, вот эту вот черненькую, которая у нас посерединке. Набрали. Опять набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой в среднюю бисеринку с набора по 3 следующего лепесточка. После чего снова набираем 3 бисеринки. И проходим иголочкой в среднюю со следующего набора по 3, которые немножко выше. Дальше, друзья, снова набираем 3 бисеринки. И опять проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Вот так вот. После чего набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через одну бисеринку. Вот так вот. Вот, подтягиваем хорошенько. Набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой в среднюю с набора по 3, которая чуть ниже. Дальше мы снова набираем 3 бисеринки. И опять же проходим иголочкой в среднюю с набора ниже. Набора по 3. Еще раз напоминаю. Снова набираем 3 бисеринки. И проходим иголочкой в черненькую бисеринку. Вот так. Опять набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой в среднюю с набора по 3 следующего лепесточка. Таким же образом мы продолжаем следующие лепесточки. Итак, мы продолжаем до конца ряда, и следующий ряд снова таки будем делать вместе с вами. Итак, друзья, мы с вами дошли в очередной ряд, раз до конца ряда, и продолжаем. Проходим иголочкой в ту бисеринку, с которой начинали, и еще в 2 после нее. Вот так. И продолжаем дальше. Набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через одну голубую бисеринку. Вот так в эту. Подтягиваем. Опять набираем 3 бисеринки на этот раз и проходим иголочкой в среднюю с набора по 3. Вот так. Подтягиваем. Опять набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой снова таки в среднюю с набора по 3. Снова подтягиваем. Опять набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой снова таки в среднюю с набора по 3. Подтягиваем. Вот так. Дальше набираем 1 бисеринку черного цвета. И проходим иголочкой в
среднюю с набора по 3 следующего лепесточка. После чего снова-таки набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой в среднюю с набора по 3, которая выше. Опять набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой в среднюю с вышестоящего набора по 3. Вот так. Снова набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой во вторую с набора по 5. Подтягиваем. Набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через одну бисеринку. Вот так. Набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. Проходим иголочкой в среднюю с набора по 3, который ниже. Опять набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой в среднюю с набора по 3, который ниже, как вы уже догадались. Еще раз набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой в следующую среднюю с набора по 3. Набираем одну бисеринку черную, проходим иголочкой в среднюю с набора по 3, который уже в следующем лепесточке. Вот так вот. Дальше продолжаем аналогично до конца ряда. И следующий ряд мы снова будем делать вместе. Дошли снова до конца ряда, набираем 3 бисеринки и проходим через ту бисеринку, с которой начинался ряд, а также через две последующие, которые у нас идут сразу после нее. Вот таким вот образом. Таким образом, наш цветочек, вот этот вот, получил еще один ряд, который мы с вами закрыли. Продолжаем. Для следующего ряда нам необходимо набрать 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. И пройти иголочкой, как мы это уже привыкли делать, через одну бисеринку. У меня ниточки крепко-крепко бисеринки друг к другу прилегают, поэтому не так оно все просто. Дальше, друзья, набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой через среднюю бисеринку следующего ниже набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки и опять проходим иголочкой в среднюю стоящего набора по 3. Снова набираем 3 бисеринки, опять проходим иголочкой через бисеринку среднюю. Набираем одну бисеринку голубую, одну черную и одну голубую. И проходим иголочкой через следующую среднюю бисеринку с набора по 3, но следующего лепесточка. Опять же снова набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой в среднюю с набора по 3, который выше. Снова набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой в среднюю с набора по 3 выше. Снова набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой в вторую бисеринку с набора по 5. Вот так вот. Опять набираем 5 бисеринок, так как мы с вами дошли до верхушечки. И проходим иголочкой в среднюю, а точнее не в среднюю, а через одну. Вот так. Снова, друзья, набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через среднюю бисеринку ниже стоящего набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки. Снова проходим иголочкой через среднюю со следующего набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой снова-таки в среднюю с набора по 3. После чего набираем одну бисеринку голубую, одну черную и опять одну голубую. И проходим иголочкой в среднюю с набора по 3 следующего лепесточка. Вот так вот, друзья, мы с вами продолжаем до конца ряда, после чего снова следующий ряд мы будем делать вместе. Опять мы с вами дошли до конца ряда, набрали 3 бисеринки и продолжаем. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, а также через 2 бисеринки после нее сразу. Ой, не получается мне сразу через 2, я буду по одной. Ой, вот так. Подтягиваем. Вот. Завершили мы очередной ряд и продолжаем.
Набираем с вами снова 5 бисеринок, 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через бисеринку следующую. Вот так. Опять набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 нижнего. Снова набираем 3 бисеринки, опять проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 нижнего. Снова набираем 3 бисеринки и опять же проходим иголочкой через среднюю. Вот так вот. И снова набираем 3 бисеринки. И на этот раз проходим иголочкой через черненькую бисеринку, вот эту. Подтягиваем. Опять набираем с вами 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через следующую среднюю с набора. Но уже следующего лепесточка. Подтягиваем. Опять набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой снова через среднюю бисеринку с набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки, 1, 2, 3. И снова проходим иголочкой через среднюю следующего набора по 3. Ай, не хочет пролазить, вы представляете? О, пролезла. Подтягиваем. Снова набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 5. Опять набираем 5 бисеринок, так как мы с вами находимся в верхушке лепесточка. Набрали 5 бисеринок, проходим иголочкой через следующую, после той, через одну, после той, с которой будет ниточка. Так будет правильнее сказать. Набираем с вами снова 3 бисеринки и проходим иголочкой через среднюю с набора по 3. Вот так. Опять набираем 3 бисеринки. И проходим иголочкой через среднюю с нижнего набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через следующую среднюю с набора по 3. Вот так. Снова набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. Проходим иголочкой через черненькую бисеринку. Опять набираем 3 бисеринки, 1, 2, 3. Проходим иголочкой через среднюю следующего набора по 3 следующего лепесточка. Так, друзья, мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий ряд мы снова, как по привычке, будем делать вместе с вами. Опять мы с вами дошли до конца ряда. И сейчас продолжаем. Набираем снова 3 бисеринки голубых. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался. И через 2 последующие после нее. Раз. И 2. Набираем 3 бисеринки. Раз. 2. Ой, извините, не 3, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И проходим иголочкой через одну бисеринку после той, с которой выходит ниточка. Ну, в принципе, как мы это делали обычно, постоянно. Дальше набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой через вот эту бисеринку среднюю, которая у нас средняя в наборе по 3. Который находится ниже. Опять набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой через вот эту бисеринку среднюю. Опять набираем 3 бисеринки. 1, 2, 3. И проходим иголочкой через вот эту среднюю бисеринку. После чего снова набираем 3 бисеринки. 1. И проходим иголочкой через вот эту среднюю бисеринку. Дальше набираем одну бисеринку черную и проходим иголочкой через среднюю бисеринку с набора по 3, но следующего лепесточка. И продолжаем абсолютно так же в следующие лепесточки. Продолжайте, друзья мои, самостоятельно, после чего мы с вами будем вместе продолжать. Снова мы с вами дошли до конца ряда, набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой через вот эту вот бисеринку, с которой у нас начинался ряд, а также через 2 последующие после нее.
После чего набираем 5 бисеринок белого цвета. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через одну. На этом ряду у нас закончилась полностью работа с синим бисером. Дальше мы проплетаем белым и будем заканчивать наш цветочек. Итак, друзья, дальше мы с вами набираем 3 беленьких бисеринки, проходим иголочкой в среднюю с нижнего набора по 3, вот так вот подтягиваем, и снова набираем 3 бисеринки, 1, 2, 3, и проходим иголочкой в среднюю снова-таки с набора по 3, который находится ниже. Опять набираем 3 бисеринки, и снова проходим иголочкой в нижнюю. Точнее, в среднюю бисеринку с нижнего набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки беленьких и повторяем то же самое. Вот так вот. После чего набираем 2 бисеринки черненьких и проходим иголочкой. Вот 2 бисеринки черненьких. И проходим иголочкой в среднюю с набора по 3 первого следующего лепесточка. Вот так вот. Опять набираем 3 бисеринки и снова проходим иголочкой в среднюю с набора по 3 следующего. Опять набираем 3 бисеринки, опять в среднюю со следующего набора по 3. Снова набираем 3 бисеринки, снова проходим иголочкой в среднюю со следующего набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой вторую бисеринку с набора по 5. Вот так вот. После чего набираем 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через одну бисеринку. Вот так вот. Опять набираем 3 бисеринки. Опять в среднюю с нижнего набора по 3. Снова набираем 3 бисеринки. Опять делаем то же самое в среднюю с нижнего набора по 3. Вот так. Снова набираем 3 бисеринки. Опять повторяем то же самое. Опять набираем 3 бисеринки беленьких, опять повторяем тоже. Набираем 2 бисеринки, на этот раз черного цвета, и проходим иголочкой в следующую среднюю бисеринку с набора по 3, но следующего лепесточка. Так мы продолжаем до конца ряда, после чего следующий ряд снова начинаем вместе. Дошли мы с вами, друзья, до конца ряда. Теперь набрали 3 бисеринки белых в последний раз в этом ряду и проходим иголочкой через голубую бисеринку и 2 следующих белых. Вот так. Дальше, друзья, смотрите, сейчас мы будем округлять наши лепесточки, поэтому нам необходимо пройти иголочкой через еще 2 бисеринки, вот так, и начинаем этот ряд с набора из 3 бисеринок. Набрали 3 бисеринки и проходим иголочкой в среднюю беленькую, вот так. Вот что должно получиться. Дальше все как обычно. Набираем 3 белых бисеринки, проходим иголочкой через среднюю в предыдущем наборе по 3. Опять набрали 3 бисеринки, снова проходим в среднюю. Опять набираем 3 бисеринки, 1, 2, 3, и снова проходим в среднюю. После чего набираем 3 бисеринки черного цвета, 1, 2, 3, и проходим иголочкой через вот эту вот среднюю белую бисеринку предыдущего ряда. Затягиваем хорошенько. Опять набираем 3 бисеринки, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и проходим иголочкой в следующую, точнее, среднюю. Опять набираем 3 бисеринки. Проходим иголочкой в среднюю вот эту.
Опять набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Проходим иголочкой в среднюю. Снова набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И теперь будьте внимательны. Проходим иголочкой через вторую, третью и четвертую бисеринку набора по 5. Вот так вот. Подтягиваем. Опять набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой в следующую бисеринку. Вот так вот. Продолжаем таким же образом до конца ряда. И следующий ряд мы снова будем делать вместе. Итак, друзья, набрали мы с вами последний раз в этом ряду еще 3 бисеринки. И теперь, смотрите, проходим иголочкой через вот эту вот вторую бисеринку с набора по 5. И выходим иголочкой аж с вот этой вот бисеринки. Видите? Вот так вот. Чтобы у нас с набора по 3, который мы делали, с второй бисеринки вышла ниточка. Вот так. Дальше, друзья, мы набираем 3 бисеринки. И проходим иголочкой в следующую бисеринку, в среднюю бисеринку набора по 3, который у нас ниже находится. Опять набираем 3 бисеринки и снова проходим иголочкой через среднюю бисеринку. Вот так. Опять набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. Проходим иголочкой. Теперь будьте внимательны, потому что мы проходим иголочкой через среднюю бисеринку. 3 бисеринки после нее. Также проходим иголочкой через черные бисеринки вот эти. Ой. Раз, два, три. Ой. Дальше, друзья, выходим иголочкой. Я поверну работу так, чтобы сейчас было хорошо видно. Вот так. Проходим через 3 бисеринки беленьких. Вот так вот, кверху, подтягиваем, я поверну работу опять же, опять набираем 3 бисеринки, снова проходим иголочкой в среднюю, опять набираем 3 бисеринки, снова проходим иголочкой в среднюю со следующего набора по 3, опять набираем 3 бисеринки, проходим иголочкой через среднюю, так, чтобы у нас ниточка вышла аж с вот этой вот бисеринки. Сейчас я покажу, какой именно. Вот так вот. С вот этой вот. Видите? Понятно, с какой ниточки, бисеринки должна выйти ниточка? Вот так вот. И продолжаем. Снова набираем 3 бисеринки и проходим иголочкой через вот эту среднюю бисеринку. Опять набираем 3 бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой через вот эту бисеринку. Снова набираем 3 белые бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой, смотрите, через 3 белых, начиная со средней. Вот так вот. Через 3 белых. Дальше. Через 3 черных. Раз, два, три. Вот так вот. Я поверну работу, чтобы было лучше видно. И через вот этих вот снова-таки 3 белых бисеринки. Вот так. Вот. Дальше, друзья, продолжайте работу самостоятельно, так же, как мы делали только что. И следующий этап мы с вами снова будем начинать вместе. Итак, друзья, вот что у нас с вами должно было получиться. Я очень быстро заделала ниточку и как-то не подумала о том, что нужно было это снять. Ну, ничего страшного. В принципе, ниточка заделывается абсолютно так же, как я вам показывала тогда, когда меняется ниточка, добавляется. Итак, сейчас, друзья, нам необходимо сделать вот эти вот наши, как их назвать, лепесточки такими более, как вам сказать, придать им форму. Так будет, наверное, правильнее всего. Значит, для этого нам необходимо взять мононить либо леску. Помните, я вам в самом начале говорила, что нам это будет необходимо. Итак, берем, продеваем вот таким вот образом, как я только что это сделала. И теперь просто привязываем на бисеринку. Раз, два, три и четыре.
И теперь, друзья, проходим иголочкой так, чтобы у нас ниточка вышла. Сейчас я вам покажу откуда. Смотрите внимательно, мы проходим иголочкой вот так вот. Вот. И у нас ниточка выходит с вот этой вот бисеринки. Видите? Вытягиваем. Дальше. Нам необходимо сложить наш лепесточек вот так, чтобы симметрично смотрелись бисеринки все. Вот так. И теперь вот у нас с этой вот бисеринки выходит ниточка. Значит, с той же бисеринки, но с другой стороны мы с вами должны пройти иголочкой. Вот так, сейчас с вот этой выходит бисеринка, ниточка, значит, с вот этой мы и прошиваем. Вот так. Раз, протягиваем. Крепенько-крепенько нужно затягивать. Очень крепенько, для того, чтобы у нас получился красивый изгиб. Понятное дело, что мы через эти бисеринки проходили много-много раз. И пройти еще раз будет немножко сложновато. Но все же это необходимо сделать для того, чтобы у нас получился красивенный результат. Поэтому мы вот это вот все должны с вами проделать. Вот так. И еще раз проделываем фактически то же самое. Проходим иголочкой через все эти бисеринки. Я понимаю, что эта задача не из легких, но все же это нужно сделать. Подтягиваем, хорошенечко-хорошенечко подтягиваем. Вот так. И теперь через все вот эти верхние бисеринки мы с вами должны дойти до следующего нашего лепесточка, вот этого, да? И проделать абсолютно то же самое, что мы с вами только что проделали, с всеми-всеми лепесточками до конца этого ряда. Продолжайте, друзья, дальше работу самостоятельно. На этом первая часть нашего мастер-класса будет закончена, и мы сейчас будем переходить с вами к созданию вот этого внутреннего лепесточка.